Это еще не клуб веселых и находчивых, но уже приближение к великому таинству интеллектуального прозрения. И начинают тренировать в технике нахождения неожиданных, нестандартных решений уже с детства. В Щелковском оздоровительно-образовательном центре «Лесная сказка» для этого взяли на вооружение созданную и действующую в стране методику под названием ТРИЗ, или «Теория решения изобретательских задач», которая применяется для развития творческого отношения к обучению. Третий год Центр «Лесная сказка», как руководитель районного проекта «Мир технических открытий», проводит вот такую в январе неделю технического творчества, посвященную Дню изобретателя. Сегодня собрались ребята 3-4 классов. Это направление этого проекта «Ступени к открытиям». И участвуют они в игре «Креатив-бой». В ходе игры ребятам были предложены задачи, для решения которых необходимо было нестандартно мыслить и находить оригинальные ответы. Оказывается, чтобы в будущем стать изобретательным человеком в широком смысле слова и делать свои большие и маленькие открытия, надо уметь видеть в простом сложное, в мелочах и в несущественном закономерности. Обращать внимание, на первый взгляд, на пустые какие-то невзрачные предметы и видеть в них интерес, увлекатель. Вот в простом предмете увидеть что-то такое интересное, это значит, нужно представить, дофантазировать. Вот с мелочей начинать. И из мелочей вырастают большие мысли, умные мысли. Ребенок умнеет, фантазирует, мечтает, конструирует и моделирует. Я приехал порассказывать загадки на логику. До этого я по выходным смотрел такие же загадки на логику, чтобы готовиться к этому дню. Готовился и вот сюда приехал теперь загадки на логику решать. Креатив в бое приняли участие 11 команд из 9 школ Щелковского округа, более 60 учащихся. Жюри присудило победные места командам «Пятый элемент» из 3-й школы, «Дружные ребята» из Щелковской гимназии, «Бурундучки» из 16-й школы и «Очумелые ручки» из 11-й школы имени Германа Титова. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».